Ручное правосудие. Резонансные дела по обращениям НАБУ рассматривают судьи, которые сами были фигурантами расследований детективов. Сегодня в нескольких СМИ появилась информация, по странному совпадению дела от НАБУ попадают одним и тем же судьям Соломенского райсуда Киева, Андрею Макухе или Александру Бобровнику, а те принимают нужные решения. Например, Бобровник развалил дело экс-министра экологии Николая Злачевского, а Макуха принял решение о задержании менеджера Одесского припортового завода, проигнорировал отсутствие доказательств. По информации масс-медиа, Бобровника детективы НАБУ якобы поймали на наркотиках, а Макуху подозревали во взяточничестве. Зачем бюро ручные судьи, если результатов работы особо незаметно, задаются вопросом журналисты. Напомню, за время работы НАБУ вынесено 11 судебных приговоров по 4 делам, но никто из коррупционеров пока так и не сел за решетку.